Эй, how's it going? Привет, как дела? Говорят, сны реальны, пока они снятся. Разве это не касается и жизни? Многие из нас исследуют отношения между душой и телом с помощью снов. Нас называют нейронавты. Исследователи мира снов. Существует два различных состояния сознания, которые друг другу не противоречат. Наяву нейросистема подавляет яркость воспоминаний. Для эволюции в этом есть свой смысл. Ты будешь плохо адаптирован, если реальный образ хищника будет смешиваться с воспоминанием о нем. И наоборот, если воспоминание о хищнике вызывает воображение ощутимый образ, мы бы убегали, едва подумав о страхе. Так что у тебя есть нейроны, препятствующие галлюцинациям. Но они пассивны во время стадии быстрого сна. Это позволяет сну становиться реальным, когда ему ничего не мешает. Поэтому сны путают с реальностью. Для функциональной системы нейронной активности, которая создает наш мир, нет разницы между совершением действия во сне и совершением действия наяву.